Зрелищно, ярко, масштабно и, конечно, душевно. В День народного единства в Москве на ВДНХ начала работу международная выставка «Форум Россия». В первый же день возле стенда Воронежской области собрались тысячи посетителей. Наша экспозиция рассказывает об исторических событиях, современной жизни региона и достижениях последних лет. Только в первый день выставку посетили без малого 190 тысяч человек. В открытии форума приняла участие наша съемочная группа. Уже с 8 утра в выставочном комплексе на ВДНХ начали появляться первые посетители. Это несмотря на то, что до официального открытия Международного форума «Россия» оставалось еще 3 часа. Приходить старались заранее, ведь вся выставка – это более 130 экспозиций регионов, министерств и корпораций страны. Чтобы только бегло изучить каждый павильон, нужно как минимум несколько часов. И затеряться среди всех этих многочисленных инсталляций можно было на раз-два. Однако Воронежской области это не грозило. Павильон нашего региона выглядел едва ли не самым ярким и запоминающимся в этой части выставочного комплекса. Наша экспозиция представлена уникальным экспонентом. Это черный куб, который ассоциируется с Воронежской областью как куб чернозема. Воронежский чернозем является уникальным черноземом в мире, является эталоном мирового чернозема. Но в первую очередь этот экспонент у нас представлен самыми современными IT-технологиями. В первую очередь это иммерсивное шоу, которое находится и показывается внутри этого куба. Михаил Глущенко – известный блогер и путешественник. Для него масштабные выставки вовсе не в новинку. В этот раз его попросили принять участие в выставке в качестве амбассадора, то есть представителя Воронежской области. Я посещаю часто туристические выставки, да, там более такие масштабные, интересные, но это другое, это узкая, когда туристическая тематика. Здесь все. И это, кстати, гораздо даже интереснее. Гораздо интереснее, потому что когда там только на какие-то коммерческие объекты, либо на природные, здесь можно узнать и про сельское хозяйство, и про чем люди живут, чем дышат, в конце концов. Да. Очень много национального колорита, очень много каких-то инновационных идей, которые я вообще до этого не видел. Ну, что называется, в интернетах ваших читал, а вот так вот вживую, когда мимо ходят роботы, мимо ходят люди там в костюмах такие, знаете, прям вот реально национально. То есть даже приезжая туда, я не всегда это застаю. Здесь это все на одной площадочке, очень компактно и вкусно представлено. Сочно. Еще две представительницы Воронежской области – олимпийская чемпионка по гимнастике, почетный гражданин столицы Черноземья Ангелина Мельникова и боксер-профессионал мирового уровня Татьяна Заражевская. Они по достоинству оценили Воронежскую экспозицию, а после устроили настоящую автограф-сессию. Такое увидеть, во-первых, это сразу же побуждает какую-то новую любовь, так скажем, к региону, потому что увидеть вот это все, я когда тоже, опять-таки, в этом клубе была, вот эти все красоты воронежские, они мне очень близки с детства, и когда ты все это видишь в новом свете, в другой обстановке, это как-то любовь больше побуждает к региону, конечно, поэтому, да, я бы хотела позвать сюда всех. Все впечатляет, все очень нравится, все очень круто, масштабность Воронежской области, конечно же, тоже поражает, а тут представлены все наши достижения, самолеты, природа, мультики, да, также спортсмены представлены, поэтому большая честь быть амбассадором от Воронежской области. Программы все интересные, насыщенные, думаю, каждому посетителю очень понравится наше представление Воронежской области. Помимо иммерсивного шоу, посетители могли в нашем павильоне попробовать помочь построить плотину бобрам, символу Воронежского заповедника, определить свой вес в животных талисманах или понаблюдать за полетом космического корабля. Конечно же, с помощью IT-технологий. 208 горностаев. 208 горностаев. А вы рискнули взвеситься, нет? Пока нет. А почему? Чего ждете? Очередь большая. У вас столько людей, столько посетителей. Мы из Воронежской области приехали как раз посмотреть. И очень приятно то, что все достижения, все интересные места Воронежской области здесь можно увидеть. И мы очень гордимся, что живем в Воронежской области. Да. Петр Первый сразу цепляет. Очень красиво сделана эта анимация. Мне очень понравилось. А еще игры классные представлены. Интересно построение индивидуального маршрута для каждого. То есть находят твой символ и по твоим жестам, движениям считывают твой характер и выстраивают тебе маршрут по Воронежу.
Стоит отметить, что за одни лишь сутки гости стенда ответили на 900 вопросов о Воронеже и области. Построили 130 самолетов, проложили 600 маршрутов путешествия в наши края и 170 раз запустили в полет макет космического корабля с двигателями, созданными в столице Черноземья. Захотелось посетить Воронеж? Да, прикольно очень. А что больше всего понравилось? Там у меня, как в облаках летали. Там как будто ты тоже летаешь, так все интересно, плавно. Круто? Да. Ваш стенд очень понравился, да. История Воронежа, то есть сама я не была в Воронеже, но хотела бы посетить. Очень интересно. Вообще, в принципе, масштаб мероприятия на ВДНХ очень грандиозный и красивый. Каждый по-своему красив, и Воронеж, конечно же, тоже. Что касается самой выставки, то в первый день после открытия ее посетили примерно 190 тысяч человек, это не считая персонал. Для понимания такого количества, это примерно 6 центральных стадионов профсоюзов с полной посадкой. Поток гостей не иссякал, пока на ночь не закрылись двери ВДНХ. Если в момент открытия выставки людей здесь, в выставочном комплексе России, было много, то теперь к обеду людей стало еще больше. Я не побоюсь этого слова, яблоку нельзя упасть. И если сюда, к нам, в павильон, вот этот воронежский интерактивный куб, людей пускай всего по 7-10 человек, вот тут их гораздо больше, скопилась целая очередь, чтобы посмотреть на вот эту красоту. Воронеж знаменит медицинским туризмом. Кстати, только за первые сутки воронежскую инсталляцию посетили более 3500 человек. Причем, судя по отзывам, презентация была интересна как взрослым, так и самым юным зрителям. Наш павильон действительно включен в семейный маршрут. Эта выставка является семейной. Она сочетает в себе комплекс направлений. Она сочетает в себе и молодежную политику, и образование, и, конечно, достижения в наших отраслях. Поэтому мы приглашаем всех посетить наш павильон. А в дальнейшем предлагаем посетить и нашу Воронежскую область. Будут на нашем павильоне разыгрываться и туристические путевки. В рамках выставки состоится конкурс гидов, значит, в которых могут поучаствовать разные компании. Значит, выставка также является туристической, которая предложит каждому человеку посетить тот или иной субъект Российской Федерации в соответствии с его предпочтениями. Мы приглашаем всех на наш павильон и приглашаем всех на нашу родную Воронежскую область. Это невозможно, нереальная атмосфера, потому что здесь все светится, здесь все работает, здесь все сияет. Ты подходишь к роботу, он рассказывает стихотворение, ты подходишь к человеку, он тебе показывает QR-код, чтобы ты прошел квест, и ты при этом познаешь каждый регион. Это как будто бы реально путешествие по стране. Организаторы посчитали, что международная выставка «Форум Россия», которая будет работать до 12 апреля 2024 года, сумеет собрать не меньше 20 миллионов человек. И совершенно очевидно, что пройти мимо интерактивного пространства Воронежской области будет крайне сложно. Воронеж!